люди приходили работать в своей старой одежде, в какой-то домашней, были железные, неудобные чемоданы. Это сейчас у Андрея в руках планшет, а машина скорой помощи оборудована всем необходимым. За 24 года профессионального пути пришлось поработать в разных должностях и порой в самых тяжелых условиях. Однако задача врача, несмотря ни на что, остается прежней – спасать людей. К слову, историй со счастливым концом у медика много. Рано утром мы увозили с тяжелым инфарктом миокарда, с кардиогенным шоком. Это был испуганный человек, бледный, серый, с потливостью. Он стоял на пороге смерти, действительно был испуган. А потом, смотрю, где-то через месяц, через два, у нас на подстанции появился бодрый такой мужчина с двумя арбузами. Он сказал: вот вы помните, вы меня спасли. И вы мне настолько понравились своей уверенностью, четким действием бригады. И вот я вам в подарок принес два арбуза. Часто оказывать помощь пациенту приходится прямо на улице. Этой девушке стало плохо на остановке. Сейчас вас что беспокоит? Головокружение, тошнота. Ага. Сколько времени себя считаете больной? Час, полтора. Угу. Решение нужно принимать быстро, чтобы не допустить плачевных последствий. У Владимира общий стаж 20 лет. 8 из них работает фельдшером скорой в Барнауле. Не скрывает, работа тяжелая как физически, так и психологически. Такую нагрузку выдерживает далеко не каждый. Когда тяжелые пациенты, приходится делать реанимационные мероприятия. Когда нести тяжелых пациентов, когда вес у него большой составляет с 5-го этажа. Психически, когда люди бывают неадекватно, реагируют на то, что ты приезжаешь, там, либо ты где-то задержался, что в пробке, что ты там не за 5 минут доехал до них, а 15 минут ехал, что они не учитывают, что мы не возле их дома стоим, а едем. И если задача медиков – быстро поставить пациента на ноги, то ответственность за скорость прибытия на вызов лежит на плечах водителей. Андрей работает в кардиологической бригаде. Говорит, главное в его работе – не опоздать. Когда довозишь живого, но в основном живой, ну то есть медики, работают у себя там в салоне, я работаю здесь. Наша задача – довести человека живого до больницы. В разгар пандемии только у одной бригады за сутки было порядка 30 вызовов. Дежурили круглосуточно с двумя перерывами по 20 минут на обед и ужин. Но какой бы тяжелой ни была работа, врачи остаются верны своей профессии. Если они выбирают эту работу, то они остаются тут на многие годы. Те, кто понимает, что ошибся, но он через какое-то короткое время уходит, он исчезает. Он либо себя находит в другой сфере медицины, либо вообще уходит из медицины. Скорая помощь – это суровая, тяжелая романтика. София Ценко, Дмитрий Денисов, «День с толком».